Дети – самые уязвимые участники дорожного движения. Когда они находятся в салоне автомобиля, их безопасность целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем. Привлечь внимание водителей к этой крайне важной теме призвана акция «Ребенок-пассажир». Здравствуйте. Здравствуйте. Мы, Российское движение школьников, проводим акцию «Пристегни ребенка». Это вам памятка? Спасибо. Пристегивайтесь сами и вашего ребенка. Профилактическое мероприятие было проведено 22 апреля. Вместе с сотрудниками ГИБДД, волонтеры первой школы рассказывали водителям о том, как сохранить ребенка в безопасности, передвигаясь вместе с ним на автомобиле. Речь шла о специальных приспособлениях. У взрослых это ремни, а у малышей специальные детские кресла. Также участники акции вручали автомобилистам оригинальные памятки. Мы любим делать добрые дела. Да. А не стесняетесь, не боитесь подходить? Нет. Это как бы новый опыт. Мы не стесняемся подходить к машинам. Опыт общения с людьми. Такие мероприятия проводятся не только для профилактики, но и для выявления нарушителей правил дорожного движения. Одним из них стал водитель, которого остановил инспектор ГИБДД. На заднем сидении автомашины были дети без каких-либо удерживающих устройств. Было остановлено транспортное средство, водитель которого нарушил пункт правил 22.9, а именно перевозил детей до 7 лет без специально детских удерживающих устройств. Согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, водитель был оштрафован на 3000 рублей.